Всем привет! Сегодня буду рассказывать о книге Натальи Нестеровой «Все точки над ё». Это такая легенькая, вот если брать чисто сюжет, вот чисто только его, это совершенно легенькая книжка, которая очень понравится девушкам с еще маленьким, небольшим романтическим опытом, именно романтическим, без вот физической страсти. А вот в восторге будут. Дамам поопытнее тоже, наверное, понравится, но уже в меньшей степени. Зато у этой книги есть совершенно отдельная изюминка, ради которой я ее перечитывала. Да, читала я ее уже не в первый раз. Дело в том, что главная героиня, она нехило разбирается в русском языке, и на протяжении книги антизаумно, совершенно незанудно, без академических каких-то сложных терминов, объясняет, что к чему в русском языке, этимологию многих слов объясняет, выражений, 40 бочек арестантов, например. Ну, я и так знала этимологию, но все равно интересно будет почитать. Поэтому, если вам такое любопытно, то очень сильно рекомендую. Все читается легко, на одном дыхании. Тут вам сразу сочетание двух полезных бонусов. Это и досуг, развлечение от прочтения и узнавание интересных фактов. На сегодня все. До скорых книг. С наступающим!